Всем привет, вы на канале Папа Фан Машины. Друзья мои, продолжаем проходить игру Hills of Steel. Сегодня у нас будет в режиме приключения 14 уровень, патруль джунглей. Ну и начнем мы с открытия кейсов. Штучек 20 откроем, у нас 325 есть. Начинаем с редкого сундука. Останется 105 и прекратим открывание. Еще один редкий. Еще один редкий, посмотрите-ка. Нам сегодня везет. Ребят, эпический сундук. Ну-ка, что там внутри? Нарахнит, напал. Ну, так себе хотелось бы, конечно, на новенький танк Атлас. Эти две штуки оставшиеся откроем. По 305 оставим с вами сундучков. И все, переходим в режим приключения. И, соответственно, смотрим, что у нас тут. Так, на этот танк у нас нету напалма. Мы его прокачать не можем. Ладно, давайте сегодня возьмем туда пилу. А палм-то не будем брать. Возьмем сегодня с вами пилу. Так, поставим, да, на танк. Мне прокачан. Третий уровень. Понятно. Ладно, все, ребят, погнали. Ля-л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 я. 14 уровень. Ля-ля-ля-ля-ля. Дружище, о май гад, о май гад, ай, по башне получил, по башке, ах ты ж ела-то пала, падаю я в тебя, чувак. Ребята, делайте ставки. Какой у нас сегодня бот будет, а? Да что ж, не попадает. Какой у нас сегодня босс будет, как вы думаете? Я думаю, сегодня будет... бомбовоз. Армада, что ли, называется? Так, не помню. Нет, он не армада. Короче, кидает лимонки, такой здоровый бомбы кидает. Вот, типа, такой будет босс, я думаю. Гена. Ну, такой будет босс. Прикидать такие гранаты. Тут он побольше этого чувачка. Здоровее. Соответственно, гранаты у него посерьезнее. И он черного цвета. Ну, босс у нас здесь все черного цвета. Это почти половина пути пройдена. Объем вертолетика.
он опасный. Да что ты будешь делать, ну? Слушайте, ребят, у нас КПшки очень мало осталось. А до босса еще чуть меньше половины. Так, вот эти меня бесят, кстати. Пулеметчики, которые стоят под горой, не могут заехать. Они скользят. Причем пулеметчики только не могут заехать. А вот эти вот трущеныши, они прям свободно заезжают. А этот стоит там, шлифует и ничего не может сделать. Вот он меня бесит. Подходишь к нему, и он какой-то урон по тебе наносит. Блин, ребят, как бы нам не взорваться, не развалиться здесь где-нибудь. Как бы нам дожить до босса. Будет обидно, если я тут развалюсь, щепочка. Ай, блин, опасно. Тут, короче, каша началась. Если что, наверное, использую кристаллы. Потом еще где-то вертолет был. Уже нету. Так, хпшки очень мало остается. В принципе, до босса мы уже почти дошли с вами. Так, это был босс последний. Ребята, что это? А, нет, я не угадал. Этот стреляет двумя гранатками. Так, подходить, не подходить к нему. Ой, блинский, ребята, меня, кажется, подорвали. Давайте отрегенимся и сейчас. Короче, пойду я сейчас его разбирать на металлом. Вот он куда-то делся. Так. Ну, допустим, мы его победили. Так. Что у нас? Режим приключения, 14 уровень. Бучок можно забрать. Крушитель Луны, следующий, ребят, локация идет. Это у нас последняя локация, 14 уровня вроде как. Да? Да, ребят, Крушитель Луны, это у нас последняя локация. Соответственно, мы его в следующий раз пройдем и... 15 уровень будет доступен. На 15 уровне уже танки будут посерьезнее. Нам бы две победы сделать, чтобы забрать вот этот вот редкий сундучок. Эпический, редкий, да, ребят, эпический сундук здесь самый топовый. Подписочка. Получайте мощные танки быстро, в два раза больше наград во всех сундуках. Автоматически продлеваемая ежемесячная подписка. То есть ежемесячная подписка, друзья мои. 500 рублей стоит подписка в месяц. Да кому она нужна? Кому она сдалась? Ребят, разработчики, друзья мои. Кому нужно за 500 рублей в месяц покупать VIP-подписку вот в этой игре? Я не знаю. Hill Climb Race там и то дешевле. Я там беру за 380. И то на 2 месяца подписка длится. А здесь... Это не та игра, чтобы покупать за 500 рублей подписку на месяц. Разработчики, скиньте до 100 рублей, возможно, будут брать. Либо я не прав, либо кто-то все-таки берет. Давайте-ка 5 сундуков добьем. Либо кто-то все-таки покупает, но что-то мне кажется, что в эту игру смысла нет вообще вкладывать деньги. Потому что она не такая. Вот Hill Climb Racing 2, да, это другое дело. Она просто глобальная по всему миру. Игроки, и там очень весело. А здесь... Ну, здесь совсем не то. Вот покупать подписочку. А так, может, и берут. Я сомневаюсь. Так, все, хорош. Оставляем 300 сундуков.
300 сундучков дать прокачаем. У нас не светилось тут больше ничего. На мамонт у нас что? Ага, наш второй уровень. А то мамонт авил дарчик у нас аж 7 уровень. Ладно, ребят, все на этом, пока. Подписывайтесь на канал, макайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.